Специализированные блок-контейнеры доставили в советский район из Екатеринбурга, где они и были изготовлены. Модули временно разместили на одной из площадок Малиновского. Здесь они будут храниться до того момента, пока в Алябьевском не подготовят территорию для монтажа конструкций. Первоначально перечень работы – это отсыпка песком, щепнем, чтобы можно было конкретно на основании базы поставить. Планируем начать работы по обустройству основания с начала июня 2022 года. Учитывая, что модульная база будет служить спортсменам круглогодично, внутри предусмотрено все для подключения к электросетям и центральному водоснабжению. Зимой помещения будут отапливаться при помощи тепловых конвекторов. В каждом контейнере предусмотрены помещения для хранения спортивного инвентаря, для сушки обуви у лыжников, комнаты для переодевания для мальчиков, для девочек и общий холл. Также предусмотрена установка комната санитарная с водонагревателем, туалетная комната, умывальник. Сегодня в Алябьевском отделении лыжных гонок занимается самое большое количество детей. И с появлением новой базы тренировочный процесс у спортсменов будет более комфортным. Напомним, что специализированные модули для воспитанников школы Олимпийского резерва приобрела Федерация лыжных гонок Югры. Екатерина Ли, Владимир Борчин, телеканал «Первый советский».